Ультразвуковой увлажнитель воздуха Atmos 2630 использует принцип ультразвукового распыления воды, который позволяет достигать большей мощности с одновременно низким уровнем шума и энергопотреблением. Прибор рассчитан на эффективное увлажнение помещений площадью около 30 квадратных метров. Простейшая регулировка увлажнения всего лишь одной кнопкой управления вращаются на 360 градусов форсунка распределителя, автоматическое отключение в случае недостатка воды в резервуаре или абсолютная надежность в работе. Отличительной особенностью увлажнителя воздуха Atmos 2630 является его необычный компактный дизайн, который позволяет не тратить много места для установки. Усовершенствованная элементная база изделия позволила значительно повысить коэффициент полезного действия. Увлажнитель воздуха Atmos 2630 относится к типу ультразвуковых приборов по увлажнению воздуха. Это достаточно новый принцип в области увлажнения воздуха, который позволяет достигать большей мощности с одновременно низким уровнем шума и энергопотребления. В изделии используют пьезокерамический элемент, преобразователь, который способен преобразовывать электрическое напряжение высокой частоты в механическое ультразвуковое колебание. Во время работы прибора пользователь может регулировать мощность преобразователя с помощью регулятора управления. Таким образом, можно увеличить или уменьшить количество воды, испаряемое в помещении прибором в единицу времени. Кроме этого, в увлажнителе воздуха Atmos 2630 дополнительно реализована функция автоматического отключения прибора в случае недостатка жидкости в резервуаре. Уважаемый пользователь, большая просьба внимательно ознакомиться с ниже приведенными предупреждениями и предостережениями при эксплуатации увлажнителя воздуха Atmos 2630. Мы призываем вас соблюдать все указанные меры предосторожности.